Всем привет! Сегодня у нас светлая, теплая суббота, последние выходные лета. И для нас это не самые удачные выходные, потому что кошка мне разодрала руки. Разодрала так, что я не могу даже, блин, в туалет сходить. И это самое. Работать мы на этих выходных не сможем. Зато мы съездили в зеленый магазин, купили два окна, москитные сетки, там фурнитуру всякую. Вот и сейчас едем на дачу выложить это все. Но работать, к сожалению, наверное, не раньше следующих выходных сможем. Грусть, печаль. Да. Прошло 2 недели. Мы так ничего не делали. Руки мои заросли. И сегодня надо бы зашить вот эти свесы фронтонные. Не знаю, как мы это будем делать, но что-нибудь придумаем. Сейчас из этой 150-й доски сделаем каркас. Ну, в смысле, Т-образные такие штуки. Прибьем их. И обошьем дюймовку, которую мы в прошлый раз купили. Короче, не знаю, как получится это и что получится. Но мы попробуем. Стой, спешу тебя огорчить. Пошел дождь. О, я думаю, что мне на голову капнуло? Я птичка надеялся. Давай быстрее посмотрим. Давай. Вот мы тут напилили. Дождик вроде закончился. Сейчас колотим и будем смотреть, что получится. Буква Т. Тупизм. Да, реально. Нормально все. Г. Ну вы поняли. Нет. Ну вот, 3 буквы Т мы сделали. Сейчас мы их туда прибьем на верхотуру. Фу. Ты нормально? Чешется очень. Пошли. Повисни. Шучу.
Ну, в общем, вот такая вот хрень получается. Волчьи ягоды. У нас немножко подгнили доски, пока они сохли. Нам надо было их сушить на улице, а не внутри. И, короче говоря, пришлось нам сейчас отстругать. И придется покрыть их антисептиком. Давай колотить. Или что-то я лишку напилил. Пойдем. Куда? Передохнем. Или передох. Вика косит от работы, а? Че, от работы косишь? Да, от тебя.
Итак, пока Вика там косит траву, и я тут в одиночку с этой стороны набил эти буквы Т. Это было, конечно, крайне неудобно. Но пришлось пожертвовать. Ну чё? Ви! Помахай рукой! Да ничего. Да. Итак, сейчас мы вот эти 200-миллиметровые дюймовые доски запилим под нужный градус. Насколько нужный, мы выясним уже, когда поставим это дело. Прибьем мы их на наши конструктивные элементы. Ну, в общем... Посмотрим, как получится. Шесть с половиной. У нашей циркулярки такая классная приблуда есть. Вот тут мы выставили 6.5 сантиметров. И вот ровненько вот так вот. Бжик. Бжик никто не видел. И отпилили. Вот так вот. Ну вот, одну сторону зашили. Криво, конечно. Чуть-чуть. Эти доски мы подрежем, те, что выпирают. В следующий раз, когда будем уже бока зашивать. Угу. Вот. Ну там криво у нас по центру, конечно, все не сошлось. Мы сейчас этой шпаклевкой замажем. Не раскрывай наши секреты. Вот. Пора. Ну, пора переходить на ту сторону. Потому что не знаю насчет ветровой планки, торцевой планки. Успеем ли мы сегодня или нет. Угу. А зашить сегодня надо бы. Потому что у нас, кстати, уже напилено. Да, пойдем на ту сторону. Пойдем. Итак, за сегодняшний день мы зашили свесы кровли на фронтонах. Теперь у нас толстая крыша, как говорит Вика, да? Вот. Здесь эти кусочки мы еще подрежем. Вот эти вот
Так, с этой стороны то же самое. Неровно получилось. Но мы это зашпаклюем. Может, нормально выйдет. Пока что так. К сожалению, не успели мы за сегодняшний день торцы закрыть металлическим уголком вот эти вот. Ну, в следующий раз, значит. В этом году просто адски много яблок. Мы уже собрали тут два пакета. У этого вообще ручки порвались. Ну что ты там? Полпакета. Полпакета. Яблоки вкусные такие, сладкие, но без стремянки нам туда не дотянуться. По-моему, здесь кто-то хотел выйти. Смешно. Ну, что надо сказать? Ой, давай собирать яблоки. Приезжайте вообще помогать. Ладно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. А мы будем дальше собирать яблоки. Ой, вон у них вон плесень какая-то.